Добрый день! Сегодня буду готовить очень вкусную диетическую пиццу. Готовлю уже второй раз. Ее очень всем понравилось. И вам тоже советую. Я беру половинку грудки куриной. Мне нужен тертый сыр, моцарелла, брокколи. Вот такая вот у меня томатная паста. Соль, перец. Ну и для украшения помидорчик. Можно еще вот есть моцарелла, сыр. Брокколи нужно отварить минуты две где-то, потом обдать холодной водой. В измельчитель отправляем брокколи. Я нарезала куриную грудку вот на такие кусочки. Тоже сюда отправляем и будем измельчать. Отправляем соль сюда по вкусу и черный перец. Измельчили брокколи и грудку. Так, беру сковороду, чуть-чуть сюда брызгаю масло и прям в холодную сковороду выкладываю содержимое наше. Так, делаю лепешку такую, форму круглую. И на среднем огне пусть она у нас жарится. Лепешечку. Вот это моя пицца, и сейчас она, когда уже будет готова, покажу дальше вам. Снизу она уже у меня готова. Теперь вот нужно осторожно ее перевернуть, чтобы она у нас не поломалась. Лепешечку перевернула, теперь пока она внизу прожаривается, я сверху помажу томатом. Теперь нужно посыпать сыром. Разложу помидор. Вот. Когда сыр начнет плавиться, можно уже снимать с огня. Пицца готова. Она очень вкусная. Готовьте. Всем хорошего дня. До свидания.